Приветствую вас. Итак, проблема в том, что ваш парень привык жить на всем готовом. Такая вот у него натура. Такое вот у него, можно сказать, воспитание. Это, конечно, плохо. Это, конечно, ужасно, это, конечно, ненормально, вот, но надо сказать, что вряд ли парень действительно изменится, как вам и сказали, собственно, мои коллеги. То есть он вот такой, и, скорее всего, он таким и будет, по крайней мере, до тех пор, пока вы не создадите необходимых условий для того, чтобы он изменился. Какие это условия, спросите вы? Ну, объективно, условия на самом деле не такие уж и фантастические. Я бы сказал даже, что условия эти всего лишь навсего должны соответствовать тому, чего вы хотите от этого мужчины. То есть, что вам нужно от него. Вот вы говорите, что мне бы хотелось, чтобы он за меня платил, да? Ну, я могу вас понять. Действительно хочется, чтобы парень вел себя по-мужски. С другой стороны, если человек добрый, веселый и так далее, возникает вопрос. А может ли он вести себя по-мужски? Может ли он вести себя так, как вам того хочется? То есть не требуете ли вы от него того, чего он вам дать не может? Это, на мой взгляд, довольно серьезный, довольно важный вопрос, потому что, ну, по моему мнению, если мужчина вот ведет себя каким-то образом, то, скорее всего, его все устраивает в поведении собственном. А это значит, что до тех пор, пока вы не выведете его из зоны комфорта, то есть пока, например, конкретные действия не предпримете для того, чтобы научить его, грубо говоря, тому, что все-таки нужно вести себя по-человечески, да? Как-то. Вот до сих пор парень будет просто-напросто делать то, что он считает нужным. И этого вам, к сожалению, не изменить, как правильно сказали опять же мои коллеги. И думается мне, что не то, чтобы прямо, знаете, вот вы виноваты в том, что вот он так себя стал вести. Я не думаю, что именно вы виноваты в этом, если честно. Вообще-то никто не виноват, объективно. Вы выбрали себе такого парня, потому что вам с ним хорошо. Вы выбрали себе такого мужчину, потому что вам с ним здорово, и, в общем-то, это ваше право. Но объективно, если вы
выбираете какого-то человека, если вы выбираете кого-то себе в партнеры, например, то нужно стараться иметь в виду, что у этого партнера будут как плюсы, так и минусы, и его вот эта вот доброта, его веселость, о которой вы говорите, о которой вы рассказываете, его доброта и веселость, она по сути дела, купируется тем, что он не несет никакой ответственности за вот то, как вы проводите свой досуг, например, за то, как вы там отдыхаете. И если бы он делал бы по-другому, если бы он вел себя иначе, ну, я не думаю, что это был бы именно тот парень, которого вы, допустим, знаете. Я не думаю, что это был бы тот парень, которого вы встретили и с которым вы были в отношениях. Да, вот не думаю я, что вам в долгосрочной, прошу заметить, именно в долгосрочной перспективе понравилось бы то, как он себя вел бы, если бы он все-таки был бы более сознательным. То есть, да, я понимаю, что сейчас вы этого хотите, чтобы он был более, как бы, ответственным, я вас понимаю. Но и вы тоже постарайтесь понять, что его ответственность, она купируется тем, значит, что он такой вот веселый. Ну вот, такой вот он, да, такой он веселый. И вы просто-напросто выбираете для себя, что для вас важнее. Либо веселость, и, соответственно, нужно понимать тогда, что эта веселость, она имеет свои последствия, свои как плюсы, так и минусы. Либо ответственность, но тогда, конечно, у этого могут быть свои какие-то негативные качества, которые вам могут не понравиться. Вот. То есть определите для себя, пожалуйста, чего же вы хотите во всей этой ситуации. Определите, пожалуйста, для себя, что же вам все-таки нужно. И если вам нужен мужчина более ответственный, то им надо расставаться. Вот. Вы говорите, что надо вести себя с ним так же, как жмотка. Нет. Вести себя нужно с ним не так же. Вести себя нужно с ним отстраненно. То есть вы от него в обязательном порядке отдаляетесь. Вот это действительно нужно. Вам действительно нужно от него отдалиться. Просто отдалиться от него, чтобы он увидел, что вам не нравится то, как он себя ведет. Может быть, он действительно не придает этому значения. Может быть, он и правда воспитан вот таким образом, что считает, что это нормально, что за него не платит, а он платит только, за себя, да? Вот. Мы же этого не знаем. Но я думаю, что совершенно точно ваша реакция, то, что вам не нравится, то, что вам это не по душе, однозначно говорит о том,
что так оставлять все нельзя. Так оставлять все очень плохо. Так неправильно. Поэтому действуйте, выбирайте, отдалите его от себя, постарайтесь его от себя отдалить, и, собственно говоря, уже будет более понятно вам тогда, что делать и, собственно, как он себя дальше поведет. Потому что, ну, объективно, вот представьте себе, что вы будете беременны, да, а он вот будет так себя вести, но это будет не жизнь, это ад просто полнейший. Я не думаю, что вам хотелось бы обрекать себя на подобные переживания. Поэтому просто-напросто определитесь со своими целями и приоритетами. Мужчина может быть сколько угодно добрый, мужчина может быть сколько угодно хороший, у мужчины может быть сколько угодно плюсов, но если он не готов жить вместе, если он не готов разграничивать, разделять ответственность, ну, я боюсь, что ситуация складывается самое, что ни на есть, печальное и самое, что ни на есть, прискорбное. И в этом контексте вам нужно понимать, что вы сами ничего изменить не сможете, объективно. Здесь только хотелось бы вам напомнить о том, какую цель вы преследовали, когда вступали с ним в отношения. То есть вот как вы относились ко всему этому? Почему вы все время пытаетесь своего парня как бы переделать, да? Почему вы все время пытаетесь своего парня поменять, как будто? Вот с чем связано такая вот ваша реакция? Ну, не плачет он и хочет, значит. А вы как будто вы пытаетесь постоянно от него этого добиться. Зачем? Почему именно от него? Вот может быть тот друг, который угощает вас, позиция которого более созвучна вам, чем позиция вашего парня. Может быть, он является подходящим партнером для вас, опять же. А может быть и нет, этого никто не знает, но вопрос, чем вы руководствуетесь, когда выбираете человека, позиция которого отличается от вашей? Вы говорите, что вы сильно его любите, хорошо, но если вы любите его, вы желаете ему счастья. Если вы желаете ему счастья, то, наверное, вы понимаете, что он в этот, ну, такие моменты, когда вы требуете от него делать то, чего он не хочет, несчастлив. И зачем? Зачем тогда? Для чего тогда вы делаете вот эти вот вещи? Для чего тогда вы на него давите и просите, чтобы он на вас платил, и вообще не принимаете это? Тем более что, как я понял из вашего текста, так было всегда. Вот вы написали довольно большой текст. Знаете, я вот сейчас еще раз посмотрю. Значит, я привыкла бурно отдыхать по выходным. Значит, ну, вы не пишете, сколько времени вы встречаетесь с ним, но можно говорить о том, что так было всегда. По крайней мере, это вытекает от вашего сообщения. И если так было всегда, то почему вы решили, что это изменится? А когда вы увидели, что это не изменится, когда вы увидели, что это не меняется, ваша позиция какая? Постарайтесь выработать как можно более четко свое отношение к тому, что происходит. И чем более четко вы свое отношение выработаете, тем лучше будет для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.